Всем привет! В общем, решил тут попробовать одну такую интересную тему, которую очень любили практиковать мошенники в 90-х. Короче, берем три машины и в каждую из машин ложим призы. В одной из машин будет у нас достаточно крутые призы лежать, и человеку нужно будет за определенную сумму денег принять участие в моей игре и попытаться угадать, в какой же машине долбанный приз. Ну, естественно, мы будем всячески жульничать, чтобы мы всегда были в плюсе, так что давайте посмотрим, насколько эта тема работает. Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Давай паспорт. Серьезно, ты привез бабки? Да, я привез бабки. А ты привез хэтчбэк? 5 миллионов за хэтчбэк. Да, давай паспорт. Никто перебить не хочет? Держи. Продано. Офицер, вы не хотите хэтчбэк купить за 5 миллионов? Очень хочу, но больше не хочу, чем хочу, понимаете? Деньги сюда тогда. А ух, забыли добавить. У меня нет денег, я нищий. Выбирай. 5 миллионов. Зеленый также, все. Не, давай деньги и выбирай любой из них. А сколько он денег тебя просит? 5 миллионов за хэтчбэк. Чего? Что ты говорил? Тихо! Я суперпродавец. Давай паспорт. Давай, 5 миллионов. Какой ты хочешь? Зеленый. Все. Точно? Ну блин, точно подумай. Давайте дам 30 секунд. Да все, давай зеленый. Ну блин, точно? Может ты не прав. Точно. Все, Blackstone, не насрать. Давай. А минус, значит минус. Все. Подожди. Ну пошли к зеленому, чтобы ключи сюда дал. Пошли. Давай. Я уже, если честно, я уже не помню, что в зеленом, хорошо, ладно. Точно зеленый? Да, все, давай, я беру лобанк. Держи, ключи проданы. Че там? Кайф, вот это да. Ну, не знаю, повезло или нет. Ясно, Blackstone наферист, все. Нет, тебе надо было обратить просто. А что там, Той, расскажите, я тоже хочу послушать. Так, а ну встать, Блэкстон. Нет! Стоять! Давай бабки обратно, давай. Хорошо, тогда ты обратно потом эту штуку положишь. Хорошо, давай бабки. На, все, ладно, держи бабки. А теперь покупай другой автомобиль. Синий, короче, теперь. У нас еще красный остался на продаже. Да, типа лоха ищешь, да? Ну да, сколько? Знаешь, это кручу-кручу, шарик верчу и так далее. Шарик. Ага, я понял, ладно. Сейчас лоха найдем, короче, тебе. Ну попытка стоит 5 миллионов. Я понял. Поднимай руки, Блэкстоун. А! Вообще! Поднимай руки, блядь. Все поднял. Поднял быстро. А! Куда? Сейчас разговаривать с тобой поедем. Не надо. Всегда можно договориться на месте. Сейчас договоримся. Ну давайте договоримся. Не надо, куда? Я возьму вас в долю, в бизнес. Нахуй нам твой бизнес. Бизнес очень прибыльный. У тебя лохов очень много. Ты хочешь сказать, что я лох? Понял. Почему нет? Надо было стать. Лох не мамонт, лох не вымрет. Зато бизнесмены будут. Сейчас тебя пытать будем очень жестко. Бизнесмены, зато такие, как ты, будут вымирать вот стол. Не надо, мы можем объединиться. А тебя сейчас будем просто пытать. Да ты меня пытать! А, то есть насиловать можно, понял. Насиловать можно, но осторожно. Да не надо, тут плохо, нет. Тут очень хорошо, блядь. Вот, да. Море не в тренде. Море не в тренде. Еще как в тренде. Да нет. Это прошлые 10 лет назад, может, еще было трендом, но сейчас... Так, смотри, короче, ты людей честных на бабки кидаешь, да? Нет. Как ты не злишься? Блин! Подожди, сначала надо процедуру досмотра провести. Давайте договоримся, я дам вам ключи от красного хэтчбека. У меня их нет с собой. Угу. И мы расходимся мирно. Вы будете довольны. Как вам предложение? Невыгодно. Это невыгодно. Но вы же не знаете, что там. Я красный знаю, хэтчбек. А вдруг там много денег? А вдруг там миллионы? Только я думаю, не на банк надо ехать, где-то поближе. А вот это хорошо. Чё, мой бизнес закрывается, значит? Ну ладно. Да, понимаешь, тут все мелкие бизнесы мы контролируем. Получи.
все равно заработаю. Ну что, ты нашел лохов, не то? Да, лохи повсюду, кстати. Очень много. Лохи повсюду вести. Ты загрузил новые-то самые мистеры боксы? Не-не, надо, кстати. Слушай, я бы не говорил тебе, но в одну тачку я что-нибудь точно прикольно засуну. Да, чё, ты нашел лохов? В смысле, уважаемых людей. Так что, ты готов это сам на грузовик испытать удачу? Может, вы купишь себе 10? Так, пойдем. Гони сюда, грузовик. Выйдешь, а ты говоришь, лохи перевезешь. Видишь, лохи все-таки есть. В какую не засунуть, в какую бы засунуть? Да не знаю, это ты организатор, я просто этот самый зазывал. Надо точно окупиться или нет? Готовь это, документ переоформлять. Все под контролем. Хорошо, документы будут этот самый переоформить. Надо ищи пока других клиентов, пока тут гонят. Может, еще кто-то бегает. Хорошо, сейчас это самое поймал. Давай так. Пробная игра на миллион. Блять, на весь миллион. Ну давай, хуй с ним. Да, тут мы старые гипы, куда выбирать машины. Давай, все, передал деньги. Выбери свой счастливый цвет. Как ты думаешь? Да, хрен его знает. Давай, что тебе больше нравится? Зеленый, красный. Но... где-то может зеленый, быть зеленый. Деньги, где-то не деньги. Зеленый. Хорошо подумал. Да. Он тебе заплатил? Да. Ну пошли смотреть, что в зеленом. Точно? Открываем? Да. Окончательное решение? Да. Чё там? Растушеный фасоли. Ну, не не расстраивайся. В следующий раз повезёт, да, по-любому повезёт. Вот даже не забрал фасоль, блин, бабь. Всё, 100% успех. Он тебе лёгкий фасоль не забрал? Нет, он, видимо, слишком обиделся, растерялся. Всё. Бизнес идёт полным ходом. Давай ещё лоха какого-нибудь. Давай, лохи, где лохи, блин? Я уже сейчас... Больше с них надо брать, вообще четкие лохи идут. Я сказал, по-моему, бульон, скажи, блин. Ну это же, блин, богатые лохи. Что за коробочки у вас? Любите боксы открывать? Ну они сюрприз бокса, да, покупают. А вы наличку принесли? Очень любим. Да. Где ваши проходные билеты? Не понял. Ну, билеты. Для нас две. Денег стоит? Что это? Такси ваш, что ли, какая-то? Где деньги? Сколько? Сколько мы хотим? 2 миллиона мы хотим. 2 миллиона? Одна попытка, 2 миллиона. Секунду. А вы любите играть? Тоже нормально. Будете играть? Очень любим, честно. Киндер-сюрпризы прям вообще. Тогда банкомат сзади меня находится. Тоже давайте передам, значит, на киндер-сюрприз давайте. Да, киндер-сюрприз, да, давай. Так, да, сейчас. Чё там, сколько они попыток взяли уже? А сейчас я посмотрю, я пока ничего не вижу. Так, вот попыточка, киндер-сюрприз. Одна попыточка есть, да. Одна попыточка. Кто играет, господа? Пойдёмте играть. Так, вот это интересно. Стойте, выбирайте. Какой ваш любимый цвет? Так. А можно я выберу, пожалуйста? А вы платите? Нет, больше ты не заплатил за киндер-сюрприз. Так я же служба охраны, я должен первый проверить. Нет, подожди. Блин, ты не понял, я за вас обоих заплатил. Я же зарплату вам не заплатил, а так, вот давайте зарплату. Я... Подожди, мне передали, господин был экстрапон, 2 миллиона передали. За одну попытку. Хорошо, мистер Понос, давайте одну попытку. Извините, мистер Панос к вам обращаться, да? Можно я. Мистер Саня, вы первый в очереди, выбирайте. В смысле я выбирайте? Вы же играете. Да, можно я защищу ваши... Давайте охранник. Охранник, давай. Давай. За правительство, выбирай. Давай. А что я могу выиграть? А вот открой киндер-сюрприз. Я хочу голубой. Выбирай машину. Цвет моей формы, вот. Может зеленый, может красный? Нет, голубой это мой цвет моей формы. Голубой вашей формы. Машина зеленая, красивая. Так. Что там? Че он выиграл, да? Держи. Тушеная фасоль 15 штук. Красавчик.
Поздравляю, да, ура, аплодисменты. Нормально, нормально, нормально. Товарищи разводилы. Подожди, мы взяли еще попытку. Не-не-не, 2 бульона только передали. Надо перемешать, надо шарики перемешать, мне кажется. Перемешать шарики, давай. Надо шарики перемешать. Подожди, давай, я перемешаю, иди подвлекай их там где-нибудь, отойди с ними. Я перемешаю сейчас. Я убираю зеленую. Нет, я убираю синюю. Нет. Я дам вам 2. Я вам 20 секунд подумать. Красную выберем. Красную. Все. Так. Точно. Окончательный ответ. Точно. Это окончательный ответ. Ну что ж, идем, смотрим. Подходим. Точно красную. Точно красную. Раз. Красная 2. Красная. Продано. Что там, Саня? Что там? 5 биткоинов. Ну, уже лучше. Уже лучше. Алло, здравствуйте. А у нас тут лохотрон какой-то происходит. Пакуем вещи быстро, блядь, свалим. Возле такси, рынок Ковала, типа. Свалим нахуй, блядь! Ой, рынок Ковала, помнишь? Майки, башни, стрельба, блядь. Суперприз! Рынок Ковала, блядь. Мы стоим, валим. Вот пускай облака пакуют, бабки уже все, бабки проебаны. Блин, это, кстати, тема с лохотроном вообще лютая. Да. Суперприз, смотрите, хорошо, суперприз, смотрите, суперприз. Как суперигра. Суперигра, одна попытка. Ты кого? Ты что делаешь? Суперприз. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась сегодня тема. Развели много людей, но местные ковальские гопники не давали мне покоя. Кстати, мы недавно тут открыли сервер по Дейзу, поэтому, кому интересно, ссылку оставляю в комментариях. Приходите в гости, поиграем, повыживаем, как говорится. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.